До нового сезона охоты осталось совсем немного времени. И мы, как всегда, закупаемся к новому сезону, чтобы он был насыщенней. Нужны обязательно патроны, разнообразные вещи для охоты. Там приобретаются каждый год, что-то новенькое берем для себя. И, как всегда, начинаем с патронов, уже их приобрели. Но и в сторону, это не самое основное приобретение на этот сезон. А это ножи от компании Arsenal Group. И сейчас немного подробнее расскажу о них вам. Ребята работают более 15 лет. Используют импортные и российские стали. Идет тройной контроль качества. А теперь о наших ножах, которые мы выбрали для себя, приобрели себе. Каждому ножу идет сертификат соответствия и гарантийный талон. Ну и в сторону, это не главное. Самое главное, какие ножи у нас сейчас в руках. Итак, первый нож, это нож Коршун. Вот такое изделие, аккуратненькое, красивое, привлекает и радует глаз. Клинок из порошковой стали М398, рукоять стабилизированный клен, выглядит очень здорово, напоминает корейскую березу, но намного приятнее, мне кажется. Очень легкий и такой приятный нож. В руке держится вообще прям замечательно. Следующий нож, это нож походный. Этот нож я выбрал для себя. Вот сейчас нравится мне именно такая форма, именно такая модель. Рукоять Венге, бельстер и тыльник дюраль. И сталь здесь используется М390. Нож достаточно прочный, долго держит заточку. Очень удобный, мне очень нравится. И третий нож, это нож для приготовления пищи, кухонный нож, нож пчак. Вот такой вот аккуратненький ножичек. Сталь К340. 62-63 единицы по шкале Rockwell твердость, используется ручка корейская береза. Ничем не покрыта, просто корейская береза обработанная. Выглядит это вот так вот. Ножичек аккуратненький, тоненький. То есть готовить им будет одно удовольствие, очень удобно. И он будет здорово выполнять свои функции. Мы для себя заказали на каждом ноже гравировку. То есть вот так она выглядит. Барсуков, наша фамилия, название канала, то есть на обоих ножах это мой, это Александр нож, нож Коршун. И третий нож, нож Пчак, вот такая вот гравировочка для приготовления еды. Нам очень нравится и хочется, чтобы вот так это все выглядело. То есть можно заказать дополнительно гравировку. Ребята вообще идут навстречу, то есть поговорили, обсудили, помогут определиться с заказом и выбрать, что вам именно нужно, потому что выбор ножа это такая на самом деле сложная штука, кто сталкивался, тот знает. Начинаешь искать в ленте, начинаешь выбирать и достаточно проблематично. А уже когда созвонился, обговорил, сказал свои цели, если нет конкретного какого-то желания приобрести что-то. И ребята безусловно помогут вам в выборе ножа. Ножны идут каждому из ножей, то есть это вот ножи, это у нас Пчак, это Коршун, а это вот походный. Вот так это выглядит. На мой взгляд, очень классные, качественные вещи. Скоро начнется сезон, и мы будем использовать их по назначению, так как использовать их нужно именно для того, для чего они сделаны. То есть для охоты, для разделки трофеев, для приготовления пищи. И они нам будут служить, надеюсь, очень долго, верой и правдой. Ножи Arsenal Group. Это бесплатная пожизненная гарантия на каждое изделие. Плюс ребята помогут с выбором ножа. Также действует бесплатное сервисное обслуживание. Клиент оплачивает только пересылку ножа. Ознакомиться с продукцией от компании Arsenal Group можно перейти по ссылке в описании к этому видео.
такая вообще природа у нас классная, обалденная осенью. Да и в любое время года. Шикарные виды, места. Удовольствие, просто удовольствие находиться на природе, в лесу, на охоте. Охота на утку сегодня планируется. Приехали мы на наше любимое место. Чучело, лодочка. Но лодка не понадобится, потому что воды очень мало стоит. Жаркая, ясная погода, уже, наверное, 7-8 день. И туманы. Туманы, вода очень быстро уходит. Но взамен нам дарят такие прекрасные яркие дни. И мы пользуемся этим и ездим на охоту. Сейчас, когда подходили к луже, было 4 уточки сидело. Саша подходил, пробовал стрелять на подъеме, но не получилось добыть. Расстояние такое предельное было. Ну и не взял ни одной. Но сейчас попробуем подойти на угол. Вроде как села одна из уточек, было видно. Может быть, там что-то получится. Ну, самое главное, утка есть, и это замечательно. Нам предстоит охота на утку. Черки это были. Ну, пара штук была. Не получилось реализовать. Ладно, будем ждать вечерки. Все, оставляй, вон там, где Саша. Мы будем сидеть. Ничего не будем изобретать сегодня. Просто вообще. Ощурят сколько. Носится по воде маленькие. Ничего, говорю, не будем изобретать, никакого мы ни шалаша не делаем, ничего, не прикрываемся никак. Прям в траве садимся, и все. Вода кипит, мелочевка срывается, щучка. Вон. И нам тут больше ничего не нужно. Ой, что творится? Они маленькие совсем вот такие вот, щурята. Так, до места, где мы будем сидеть. Очень близко, порядка, что там, я не знаю. 25 метров, наверное. То, что надо. Вот оно, перо. Утка линяет. Утка, значит, есть. Перо везде повсеместно, то есть по воде встречается. Вообще мелко стало. Все, сейчас снимаю патронтаж, чтобы удобнее было сидеть. Патронов набрали сегодня тоже. Ну, в принципе, мы сюда это без патронов не приезжаем. В том плане, что раз на раз не приходится. Лед тоже такой, как попадешь. Можем попасть вообще прям здорово, что будет утки масса. А может быть такой слабоватый. Поглядим, поглядим. У нас всегда настрой позитивный. Потому что с негативным настроем на охоту вообще нечего ходить. Сейчас будем пить чай. Обязательно. Шоколадку взяли. Одну и чайку попьем. Потому что осталось, ну, порядка минут, наверное, 20-30. И должен начаться лед. Время есть. Поэтому нужно попить чайку, посидеть. Патроны, 7-й номер. 7-й номер нравится. Брали весной. Что был? Что за марка? Фетр была. Фетр была. Сейчас у нас Чейз. Ну, короче, скрывать не буду. Вообще не фонтан. Она не дает того результата, что давал фетр. В смысле, утка так не падает, постоянно, часто под ранки. Даже рябчика я стрелял, не фонтан.
она не прошивает его даже на близком расстоянии, там 20, 18, 15 метров. Она в нем как бы остается много очень дроби. Не знаю, пока... Да что пока, уже расстреляли по две пачки или по три? Ты три? Две у меня. Две. Вот по две пачки расстреляли, у меня тоже две уже расстрелял. И что-то как-то мы недовольны. Может быть, это наше мнение такое. У кого как, расскажите, кто пользовался тоже чейсом. Как бы не нравится, не нравится. Ну ничего, сейчас расстояние небольшое здесь. Нам в любом случае патроны мы его достреляем в этом году. На следующий год не будем его брать. Не понравилось. Патроны пересыплю. Сюда, сюда уже гильзы будем по мере возможности сбрасывать. Стреляны. Оп! Подготавливаемся. То потом собирать их. Ну хотя после 5 зарядки по-любому их еще собирать. Тут сейчас начнется. Чирки не бей. Пускай улетают. Все, ходу отсюда, все. Ладно, пускай сидят. Одни черки, пускай. Не будем трогать. Их красавчик! Саня, ну ты вообще, я уже, прикинь, надежду потерял. Еще один полетел. Блин, все, пошел лед, я думаю, теперь. Все, готов. Итог. Итог вообще. Все-таки черка. Взял я сегодня. Не хотел, но взял, блин. Отличная кряква, Саша сбил. Что было? Вообще, мы, конечно, с этого места такими недовольными не уезжали ни разу. Вообще лета не было. То есть черки, но это не серьезно. Хоть и по 5, и по 4 штуки прилетали. Много налетов было. Мы их спугивали специально, потому что, ну, не было желания их стрелять, потому что всегда летела кряква позже, после черков, и как бы хорошие налеты были. А это вообще движения никакого не было, то есть пролетало, даже по 3 ни разу не было, по 2 и то стороной, и то буквально пару раз. И одиночки, но очень мало. В общем, вот такая охота вышла сегодня. Подрастроены мы, но это не страшно, эта охота не... Каждый день получается хорошо отстреляться и что-то добыть. Но сегодня так. Завтра поедем в другое место, и я думаю, будет другая охота. Мне кажется, место выбрано правильно. Попробуем посидеть здесь. Утка вообще, конечно. И он до сих пор не улетел, перелетел и дальше. Сейчас будем раскладываться и присаживаться. Место, где мы будем сидеть, все-таки сейчас маскировку сделает. Сеткой прикроет перед. Я раскидаю чучело. Далеко не будем. То есть раскидываться. Воды все равно достаточно здесь. Постараемся поближе, чтобы утки к нам подсаживались. Так. Пера на воде достаточно. Значит, утка она как раз здесь и есть. Вот она везде перо по углам. Не глубоко. Вот он. Весь берег побит уткой. Перо, перо, помет. И полностью
все убито. Вот так выглядит расстановка. Раз, два, три, четыре, пять. Утка, которая сюда сейчас у нас на глазах подсаживалась, она заходила оттуда на круг, по чистой воде заходила и падала сюда. То есть посмотрим, как это будет. Все, сели. Сейчас пока садился на лед был. Четыре штуки почти упали, ну а я подходил. Они поднапугались. Саша тут уже все, смотрю, затрёс с пятизарядкой. Ничего, решили ждать, решили не стрелять. Они подсел, один сел, но они дальше перелетели. Ладно, время еще светло, времени много, место новое. Поэтому с запасом взяли по времени, чтобы подойти, посмотреть. Еще ходили там на одну лужу дальше. Там посмотрели, утки было меньше, чем здесь. И мы решили сесть здесь. И, ну, нам кажется, правильно, потому что все в порядке. Утка летает прям днем. Утку видно, утка есть. Посмотрим, посмотрим, что будет, блин. Интересно самим. Так, заряжаем. Понасыпали тут патронов. Короче, у нас по пачке по 25 патронов с собой. Все, больше нету. То есть вот такой скромный, наверное, для утятников лимит. Но мы не то, что там прямо утятники, да, мы просто охотимся, любим это дело. Нам много не нужно, нам нужно для души поохотиться, пострелять, попробовать себе добыть. Посмотрим, в общем, как будет. Но сейчас будем приступать к охоте. Прилетит психанет. Должен, но вторая. Полетела. Шпынилась. Сели, все затихло, думаем, поманим. Начал манить манком. Тут все озеро зашевелилось, они крякают. Ну, не то, что отовсюду, в четырех местах точно. Но они там не по одной сидят. Но движения нет, они друг к другу не подлетают, к нам не подлетают. То есть все на местах сидят и просто переговариваются. Значит, разговор идет. До лета остался где-то час, но, может быть, за этот час что-нибудь по-светлому налетит. Вот ждем, сидим. Будем утепляться. Хладает вообще. Только солнышко прячется, сразу зябко становится. Курточки уже все осенние. Я вообще с машины не вынимаю уже. Постоянно одел утром. Туманы сильные вообще. Да и вечером тоже прохладно. Нам назад еще на моторе идти. Так что в тепле хорошо. Тихо. Есть. Тихо. Есть. Хо-хо-хо. Ты ждал? И я ждал. А, блин, здорово. Сбил. Сбил. Оу, вау, вау, вау. Это было круто. Шурик. Классно. Так, налетает. Видел откуда? Сзади. Все, собрал чучело. Благо, уток немного, собрал быстро. Ну что, результат таков сегодня. Крикаш и широконос. О! Такой вот результат. Вяло.
Вяло, конечно, были ожидания куда более такие большие. Сели, в принципе, я не скажу, что неправильно, просто утки нету, нету лёта такого большого, и поэтому, собственно, и нету стрельбы, нету добытых трофеев. Пролетел хороший табунчик, ну как хороший, 6 штучек их или 7 было. Они так зашли, можно было стрельнуть, но мы подумали, что может быть подвернут, но никак. Ближе не подвернули и сели чуть дальше от нас. Мы не стали стрелять, не знаю, правильно, неправильно. Ну и больше таких перспективных налетов никаких не было. То есть все, что было, мы реализовали. Плохо, конечно, плохо. Место отличное, но не сейчас. Не выстрелило оно. Попробуем в этом году, не знаю, вернемся сюда, нет. В следующем обязательно попробуем здесь поохотиться. Ну, а для нас охота сегодня закончена. Охотьтесь с нами, охотьтесь сами. Всем пока. Опа. Смотри, Вячеслав, как мне нравится.